Уважаемый господин министр, дорогой друг, коллеги, мы рады возможности рассмотреть те вопросы, которые нам поручили решать президенты в ходе визита ангольского лидера в Москву в апреле этого года. Suas excelências, aquelas questões de que fomos que nos foram delegados pelos nossos dois presidentes durante a última visita que fez a Moscou o líder angolano. Президент Путин сразу после апрельского саммита дал поручение всем соответствующим министерствам и ведомствам прорабатывать практическую реализацию всех достигнутых договоренностей с президентом Лоренцо. Logo após a cimeira, o presidente Putin encarregou aos ministérios, aos departamentos pertinentes, que começaram desenvolvimento prático de todas as questões que foram abordadas durante a visita do presidente ao Moscou. У нас прекрасный политический диалог, очень хорошие планы в торгово-экономической сфере, где намечено много перспективных совместных проектов. Temos perfeito diálogo político e temos número de projetos conjuntos em matéria de economia e de comércio, onde temos número de grandes planos. И, безусловно, мы очень довольны той тесной координацией, которую Россия и Ангола осуществляют на международной арене, в том числе в Организации Объединенных Наций. E, sem dúvida alguma, é motivo de grande satisfação para nós aquela interação que temos desenvolvido no seio dos organismos internacionais, na palestra internacional. E, наконец, особый интерес для нас будут представлять ваши оценки тех усилий, которые предпринимают африканские государства по урегулированию многочисленных конфликтов на вашем континенте. E, sem dúvida, também será de grande interesse para nós aqueles esforços que estão sendo lidados pela parte moçambicana e por outros países africanos para arranjar aqueles conflitos que existem desde o antigamente no vosso continente. A Rússia неизменно поддерживает эти усилия, и мы высоко ценим ту миротворческую роль, которую Ангола играет в этих вопросах. A Rússia apoiou desde sempre, invariavelmente, a atitude da parte angolana e é motivo de satisfação para nós também observar que papel decisivo desempenha Angola nos processos de paz. Добро пожаловать, дорогой друг. Bem-vindo, caro amigo. Muito obrigado, excelência Sergei Lavrov. Большое спасибо. Ваше превосходительство, Сергей Лавров. Muito obrigado pela recepção calorosa que fui objeto desde a minha chegada esta manhã aqui a Moscou. Большое спасибо за теплый прием, который нам был оказан с первых минут нашего пребывания в Москву сегодня ранним утром. Cada vez que venho cá, sinto-me mais em casa. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, у меня все больше укрепляется чувство, что я приезжаю домой. Eu vim à Rússia agora para rever o meu colega e, como disse, vermos as formas de implementar as orientações que nos foram dadas pelos nossos líderes durante a visita oficial do presidente João Lourenço a Moscou. Цель моего визита в Москву заключается в том, чтобы вместе с вами посмотреть на состояние наших отношений и посмотреть, как притворяются, выполняются те указания, которые были даны во время визита президента Анголы Жуау Лоренцо в Москву и его встреч на высшем уровне. Bem, permito-me até, antes do mais, fazer a entrega de uma mensagem do presidente João Lourenço para o presidente Vladimir Putin. Но прежде всего я хотел бы вручить послание, которое направил президент Анголы Жуау Лоренцо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Mm-hmm.
de facto, desde a visita do presidente João Lourenço, que temos estado a desenvolver esforços para executar alguns dos projetos que são importantes para o desenvolvimento económico de Angola e para o reforço das relações entre Angola e a Rússia. С того момента, как закончился визит президента Жоао Лоренсо в Москву, мы работали над и продолжаем работать над выполнением тех программ, тех проектов, которые послужат делу укрепления экономики и развитию экономики Анголы и сотрудничеству между нашими двумя странами. Embora sejam os nossos operadores econômicos que têm o principal papel no desenvolvimento desses projetos, nós, enquanto governos, temos a responsabilidade de criar todas as condições institucionais para apoiá-los. E, хотя основная задача выполнения этих проектов лежит на экономических партнерах, деятелях, то есть на бизнесменах. Тем не менее, задачей правительства является отслеживание того, как происходит выполнение этих проектов. Por isso, muito, uma vez mais, muito obrigado pela sessão. Espero que hoje possa ser dia produtivo e que contribua para o reforço das nossas relações. И, конечно, нам нужно создать, нам как правительству нужно создать все условия для их выполнения. И поэтому вот сегодня, я надеюсь, наш день будет очень продуктивным. И еще раз большое спасибо за встречу.